Хочу поговорить о пигментации калифорнийских кроликов. Так как все знают, в жару он теряется. А сейчас на Урале стоит просто ужасная жара в 40 градусов. И жара началась с мая месяца, что бывает очень редко. И вот хочу показать моих кроликов, что у них практически все на месте. Все черное. Проведена большая селекционная работа. И все-таки получилось оставить пигмент на месте, чтобы у нас не терялся просто так в жару и в летнее время. Соглашусь, в какой-то степени пигмент теряется, но кролики все равно не остаются белыми. Но эти кролики еще даже не перелиняли, им буквально 2 месяца. Вот мальчишка сидит. Покажись. В соседней клеточке. А сейчас мы пойдем вообще на улицу, на веранду, где невыносимая жара, и посмотрим пигмент у тех самцов, которые там сидят. А вот мой старичок, 5-летний. Вот как будто вчера прям родился. Пигмент вообще целый полностью. Вот оно, мое уличное содержание самцов. Жара стоит здесь несусветная, потому что, ну, мы никогда не предполагали, когда еще строил я крольчатник, что на Урале будет такая жарища летом дикая. Поэтому я не стал делать потолок с двойным утеплением. Здесь просто металлочерепица закрыта. Но хорошо, что помещение длинное, с двух сторон открыто, его продувает ветерком. И это, в принципе, спасает ситуацию. И плюс еще в жару, вот он шланг висит, я на улице устанавливаю его таким образом, чтобы крыша поливалась холодной водой. Получается, как бы мелкий такой моросящий дождь, который идет на крышу помещения. Тем самым он его охлаждает, и здесь, ну, терпимо становится жить и существовать кроликам. Здесь у меня большей частью в этом помещении содержатся самцы, но есть и самочки. Тоже вот показываю их пигмент. Сейчас сразу же под ним. Здесь у нас совершенно еще молодой самец. Скоро подрастет. Здесь у нас девочка сидит. Смотрит на нас. Здесь молодой самец в линьке. А этот самец уже чисто нашей селекции. Именно работа шла над тем, чтобы оставался пигмент в норме. Ему уже 2,5 года. Такой вот мальчик. С хорошим весом, с хорошим интерьером и пигментом. Работает, производит крольчат. Все как нужно. Вот взял я этого самца, принес на весы. Вес у него, как видим, 4 килограмма 980 грамм. Ушки померим. Ушки у нас 11 сантиметров ровно. И вот смотрите, кролика перевернул сейчас. Кролик сидит на сетке, ему 2,5 года, вес 5 килограммов практически. И какие у него лапки? Чистенькие, никаких протертостей, никаких мозолей, подерматита, ничего нету. Все прекрасно. Осталось только ему ноготочки немного постричь. И все будет у нас чики-чики. Одному не совсем удобно стричь. Но ничего, справляемся. Но вот что касается бургундских кроликов, тут вот с ними уже проблем с пигментацией никакой нет. Как говорится, зимой и летом одним цветом. Вот такая вот рыжая красота. Всегда красивая, всегда приятная. Ну ладно, на этом ролик буду заканчивать. Здоровья вам и вашим питомцам.